Эта карта и фрагмент наверняка вам хорошо знаком. Тут обрисованы примерно границы земли Ингрии в 1700, то есть карта издания 1711-12 годов. Желтый цвет, да? Да, желтый цвет это Ингрия, и также она разбита на, как это правильно сказать, не провинции, а области. Районы. Нет, это Севрагунд. Севрагунд, как это называется, Севрагунд? Это даже не области. Не область, это приход. Silloin ei ollut kuntia olemassakaan, ne oli se seurakunta. Niin, ja kylät. Это вы тоже знаете хорошо герб. И